Я отключил вот одно плечо одного транзистора, вот этого, который не на драйвере, а на том черненьком транзисторе закрывается. Вот этот на драйвере, этот я пока оставлю. Вот, коллектор отключил этого транзистора. И теперь только один этот качает. И вот такой наглядный эффект покажу. Ну что, на определенной частоте, когда кача работает, он тут пачками работает. Когда феррит вот этот всуваю, высуваю, он частоту меняет. И на определенной частоте появляется треск. Вот я его выбрал. Есть треск, но не такой. Вот когда засуну. Теперь что-то не получается. Вот эту дергаю. В общем, этот горячий очень. Ну, в общем, на двух попробую показать. Вот. Тут он самый сильно шипит и самый сильно притухает. Вытаскиваю. Какая частота, не знаю, потому что пачками теперь дает и померить невозможно. И вот еще. Если покрутить пачки, вот тоже, это сдвиг пачки регулируется. Вот в другое место сдвинул и пропало. Потом кручу, появилось, потом опять пропало. Вот шипит оно, когда на верхушке синусоиды, я подозреваю. Когда во время открытия и закрытия транзистора. Это верхушка синусоида, когда эти пампурышки есть. Вот можно подключить параллельно нагрузки. Вот конденсатор я заземлил, все-таки вот этот, который от пуш-пула. Только в другом месте заземлю. Вот не этот конец, а вот этот. Так. Вот этот будет плюсовой. Это земля. Кабель либерда. Ничего даже не видно. Ферит выбрал. Теперь может более-менее как-то. Ой, ножку укусила только. На металлического осциллографа дотронулся. Вот, вот тут вот на самой верхушке качера импульс эти. Синусоида. Катер включается. Вот я попробую подвигать. Вот этот
Нет. Это нет. Теперь как-то и не видно, где этот импульс. А, наверное, все-таки тут где-то на верхушке. Вот это ширина импульса. Этого не импульса, а пачки. Вот все скворчит. Я-то не вижу, где эта пачка. Может, отцеплю один конец. Вот так, что лучше будет видно. Это плюсовое отсоединено только на минусовом. Плюсовой ближе к концу не можно как-то, чтобы лучше ловились наводки от катчера. И вот теперь видно, где катчер включается, вот тут вот. Пробую подвигать. Вот, видно, уходит. Теперь с точки верховой, вернее, низовой. Вот тут чего-то выключилось. Так неудобно, мне надо придерживать этот, он болтается, крутить. Вот тут начинает шкварчать, вот тут включается на кушке где-то, и вот тут продолжается еще. Опять выключилось. Немножко ширину, может, надо уменьшить. А то. Вот при меньшей ширине даже еще больше скворчит. Вот теперь ферритиком катчера частоту подрегулировать. Вот включается почему. Или это от катчера, или это чтобы блок питания перезагрузился. Вот. А тут вот теперь импульс. С катчером, без катчера. Почему выключается? Не знаю. Ну, катчер нагрузку создает, поэтому может притухает скачер.
Слышен дым, как запах горелого. Тут, возможно, что-то не то. Или это от старого. Может, там какой-то резистор перегрелся. Выключим.